Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, подаем сигналы, включайте, смотрите телерадиоканал «Страна ФМ» и, конечно, слушайте. Это программа «Лучшая в стране», в студии Александра Хайрулина. У меня сегодня в гостях Тимур Родригес. Ваши бурные овации, аплодисменты. Здравствуйте всем. Большая Мне радость. Тоже хочется сейчас говорить с вами громче. Но громче, чем я сейчас говорю, я, к сожалению, говорить не смогу. Ну, это в силу твоего физического состояния. Это в силу того, что закончилась новая волна недавно в Сочи, вот, в течение которой я пытался восстанавливать свой голос, который сел на звучании мультфильма «Лего Ниндзяго», который вот вышел буквально несколько дней назад. Мы смотрели у тебя в Инстаграм, вот. Как ты записывал. Да, но это были не самые сложные моменты, но вот, в общем, все сцены, где я был экспрессивен, где я активно кричал, они забрали мой голос. Реально. И я пытался восстановиться в течение долгого времени, и все эти дни в Сочи я молчал. Я вел вечером концерты, потом опять молчал, но самое ужасное, что в последний день, в самый последний день, 14 числа, я проснулся с температурой и понял, что я заболел. И это самая ужасная подстава из всех, извините за сленг, который можно себе представить. Но я подумал тогда так, потому что не думал, что подстава от известной авиакомпании, которая... Задержка в самолете, да, еще тебе попала. Выступил нашим перевозчиком, будет серьезнее, чем болезнь, потому что в 8 часов я еще самолет никогда не ждал. Вот, в общем, поэтому я вот приполз сегодня в студию «Страна ФМ». Спасибо тебе огромное. И надо сказать, ведь повод есть очень серьезный. Друзья, вы, конечно, следите за творчеством Тимура, и большинство из вас подписаны на его Инстаграм. И вы сегодня, конечно, прочитали следующие слова. Надеюсь, вам станет чуточку теплее не только от того, что в кадре полуголые люди, но от того, что как эта песня зазвучала внутри этой истории. Далее, спасибо всем. Особая благодарность моей жене, ведь даже после показа этого клипа я по-прежнему уже живу дома, я люблю тебя, Анна Родригес. Ну, живет ли Тимур дома? Нет, пока он бегает по съемочным площадкам, а вот вечером, очевидно, Тимур может узнать. Но мы тебя поздравляем. Спасибо огромное. Вышел новый клип на потрясающую твою песню. Спасибо. За тобой. Песня действительно бомбическая. Спасибо большое. И она у нас уже крутилась недели две в эфире. Это очень круто. С нашим лирик-видео, правда. Спасибо. Мы там... Ну, ты переплюнул нас, я Спасибо. Тебе хочу я сказать. Спасибо, я очень старался. Мы всеми силами были просто за то, чтобы этот клип был особенным, потому что мне показалось, что в такой честной и простой, в хорошем смысле этого слова, песне должна появиться какая-то изюминка еще уже, ну, в смысле, должна появиться изюминка уже после того, как к ней привыкнут. Потому что одно дело, когда ты любишь песню, и клип является продолжением, либо он является поддержкой песни. Другое дело, когда ты начинаешь смотреть на песню совершенно под другим углом. Потому что, возможно, кто-то себе именно так это и представлял, а кто-то нет. И очень важно, чтобы кто-то узнал себя в этом видео, а кто-то просто загадал желание, скрестил пальцы и захотел, чтобы у него случилось так же. Мы обязательно в этом части посмотрим клип Тимура. Если вы уже видели, друзья, его в интернете, то вы заметили, конечно, что в этом клипе у Тимура нет каких-то известных телеведущих и актрис. Нет. Нет у Тимура фантастических каких-то роскошных нарядов. Есть голый торс, фантастический, конечно, красивый. Спасибо, да. Вы преувеличиваете, но спасибо. Вот, тем не менее. Ну, это была тоже твоя такая специальная идея, задумка. Дело в том, что это, наверное, первый раз, когда я положился на режиссера не на 70%, а на все, наверное, 100%, потому что, как правило, я очень много пишу идеи перед тем, как мы начинаем снимать клип, я отправляю огромное количество вариантов сценария режиссеру, он, естественно, пишет тоже, и в результате, я могу честно сказать, в 90% случаев все мои клипы были сняты уже на основе того, что придумывал либо я придумал со своими друзьями, либо мы придумывали уже, условно говоря, на основе того, что родилось в моей голове еще до момента решения, с кем я буду снимать этот клип. Но в этот раз задача была очень простая. Мы должны снять честное видео. Правда. Потому что очень хотелось, чтобы не было никаких выдуманных голливудских вот этих вот рафинированных историй, которые будут выглядеть абсолютно шаблонно, не по-настоящему. И я сказал Сереже Ткаченко, нашему прекрасному другу, с которым мы сняли большинство моих клипов, я говорю, я хочу, чтобы это было прям вот по-настоящему, настолько, насколько это возможно. Он сказал, хорошо. И больше я ему ничего не говорил. Понятно, что в процессе я уже приехав на площадку,
значит, предложил, я сказал, я хочу, чтобы был вот такой план, хочу, чтобы был такой план, хочу, чтобы снял нас отсюда, хочу, чтобы здесь вот был крупный план наших рук и так далее. Это, конечно, очень здорово, что меня режиссер после этого не пинает ногами и не говорит, не лезь в мою работу. И руки были очень красивые, кстати. Спасибо. Вот, и мы поэтому, собственно говоря, пришли к такому результату. И, конечно, это благодаря Сереже, который понял, что нужно сделать для того, чтобы мы никого не обманули. Очень искреннее видео, спасибо. Проникновенное, то самое, которое хочется смотреть, спасибо. И смотреть. У нас состоится премьера в самые ближайшие минутки. Оставайтесь с нами, но сначала посмотрим тоже одну из новых работ, но Анны Семенович. Хорошо. Не против? Да. Это телерадиоканал «Страна FM», друзья. Хочется быть с нами, оставайтесь. Ну, тем более, что у нас сегодня в гостях Тимур Родригес. Мы добрый очень скоро день. Посмотрим с вами новый клип «За тобой». Клип прям вот именно сегодня, буквально утром появился на просторах интернета и уже через какое-то время окажется в нашем эфире. Мы немножко поговорили про клип, теперь, конечно, хочется поговорить про песню. С удовольствием. Про авторов. Потому что автор слов известный всеми любимый Лок-Дог. Лок-Дог, да, который пишет прекрасные песни для себя и, наконец-то, нашел время написать несколько хороших песен для своих коллег. У «Елки», кстати, на днях вышла потрясающая песня, написанная. Да, она тоже у нас в эфире появляется. Да, уже. Написанная Сашей. И я вообще считаю, что он безумно талантливый автор, ему нужно писать больше. Простите, ради бога. Вот, и мы встретились с ним на студии в очередной раз, потому что мы дружим с нашим прекрасным Андреем Черным, который по совместительству является мужем нашей любимой Юлианы Карауловой, который является саунд-продюсером наших треков. И, значит, мы столкнулись с Сашей в очередной раз на студии после моего рэпа в Инстаграм. Вот Саша в очередной раз сказал мне, что это очень круто. Я сказал ему, что мне безумно приятно. Вот, и я сказал ему, что я бы с удовольствием спел хорошую песню, потому что я знаю, что он может ее написать. И после этого, буквально, по-моему, через неделю... Звонок. Да, звонок от Андрея Черного, который сказал, Лок-Дог написал тебе песню. То есть это была специальная песня для тебя. Вы можете себе представить? И да, так получилось, да. Вот, собственно говоря, Саша и еще Саша Михайлов, его друг, который писал музыку, они сели вместе, как это называется, забомбили этот трек. А самое интересное, что рэпер написал как раз слова к лирической части этой песни, а рэп в эту песню написал я. Вот, то есть это абсолютно удивительная история, но вот мне кажется, в этом как раз, наверное, ее интересы плюс этой песни. Как тебе кажется, вполне возможно еще дальнейшее ваше сотрудничество, то что-то появится? 100%. Ты услышал ее впервые, без сомнения понял, что это то, за что надо браться? Во-первых, это очень похоже на мое нынешнее состояние. Я когда приходил сюда с Тамарой, это было полгода назад, я был в состоянии как раз вот того Тимура, который исполняет Тамару, но с момента выхода Тамары до момента выхода моего рэпа прошло не так много времени, но, видимо, Тамара сработала как детонатор для всех тех, кто хотел высказаться на тему моего творчества в интернете чуть более развернуто, а для меня это сработало как, собственно говоря, пусковой механизм для того, что я не показывал никому из своих, так скажем, зрителей, слушателей и вообще. И стало понятно, что, видимо, именно эта сторона моего творчества, возможно, одна из самых интересных, потому что, я могу сказать честно, я не ожидал такого всплеска внимания в Инстаграм и вообще, потому что кто мне только не позвонил. Ко мне подходили люди, очень давно такого не было. То есть это было, наверное... Все хвалили, все восторгались. Это какой-то вообще фантастический всплеск внимания. Ко мне подходили люди в аэропортах, в магазинах, на улицах. Взрослые, молодые, очень взрослые, говорили, вы просто, что вы делаете, какой у вас крутой рэп. Ну, вот невозможно было поверить, потому что я всего лишь отреагировал на писанину моих, так скажем, хейтеров, да? А получилось, что людям хочется слышать этого больше. Но я понимаю прекрасно, что ближайшие концерты, которые состоятся, они невозможны без песен, которые люди захотят петь хором. Конечно. Невозможно петь хором они только старые песни. Они не отпустят тебя просто никуда. Конечно, и нужно писать новые песни, чтобы мы смогли что-то спеть именно. Потому что мой рэп за мной может повторить, наверное, 3% моих слушателей. Вот. А все остальные очень быстро устанут. Поэтому
нужны обязательно песни. Именно песни. Мне вот интересно, а ты сказала сейчас о том, что полгода назад ты пришел с Тамарой, ты был совсем другой, Тамара тебя изменила, теперь ты пришел с клипом «За тобой». Вполне возможно, что через полгода ты скажешь: «Боже мой, ну что вы, я опять изменился, это, и на этот раз это я...» моя большая проблема, да. Я о ней говорю абсолютно искренне и не стесняюсь. Я действительно очень часто по-разному себя чувствую в различных телепроектах и на сцене в том числе, и поэтому... Моя музыкальная программа очень разнообразна, и мы поем песни в акустике в середине концерта и заканчиваем какими-то совершенно зубодробильными ритмами, исполняя микс с Jump, Heroes Out in Space. Но прикол в том, что вот это состояние, в которое меня погрузил, так скажем, отклик моих недоброжелателей на Тамару, он, возможно, сделал тот самый намек, который не был заметен со стороны... если его делали, условно говоря, те, кто меня очень хорошо знал, потому что мне никто никогда не говорил, что я должен был сделать упор именно на свои вот эти речитативные возможности. Хотя ты это делал всегда. Я делал это всегда, иначе. Практически в каждой песне. На это просто никто не обращал такого внимания. Возможно, я не был таким быстрым, возможно, я не был таким точным, возможно, пришло время, да, Тимур. Да, возможно, панчлайнов не было достойных. А сейчас это все слилось воедино, и если так, то окей, я готов продолжать. Супер, нам остается только успевать за тобой, за тем, как ты меняешься. Спасибо. Мы это будем делать с удовольствием. Друзья, мы вернемся скоро в студию, продолжим общение с Тимуром Родригесом, и вы никуда не деваетесь. Друзья, телерадиоканал «Страна FM», в студии Александра Хайрулина. Лучшая в стране. У нас с вами, конечно, один из лучших артистов, певцов, спасибо, шоуменов, Тимур Родригес. Здравствуйте всем. И мы посмотрим через некоторое время один из лучших клипов, вот так уже можно назвать, уже так и называют на просторах интернета. Я вот читаю, да, на песню «За тобой», друзья, так что оставайтесь непременно с нами. Тимочка, у тебя Мигель, Даниэль, два сыночка. Да. Мигель в какой класс пошел? Мигель пошел во второй. Во второй уже? Ну, в общем, самое страшное позади, когда детство закончилось, этот переломный момент. Самое страшное впереди, у нас еще у обоих переходный возраст. А как у обоих? У папы тоже? У папы же еще тоже. Это у троих, да, бедная мама. Мама бедная, вот что Анечка пишет. Да, у меня вчера был первый выходной, мой день. Если честно, несколько часов, когда я могла заниматься чем угодно. Ну, в общем, да, так как же все успевают, дети заняты, ля-ля-ля, хочу к маме, пишет Анечка, супруга. Конечно, потому что... Удивительная девушка, на самом деле. Абсолютно удивительная. Которая несет на своих плечах семью и трех таких парней с переходным возрастом. Да, особенно старшего. Особенно старшую, понимаешь, это самый тяжелый случай, да. А, ты где-то ее назвал иранской принцессой, по-моему. Да, у нее просто действительно есть иранские корни. Ах, это не просто так, это даже не в загаре дело. Это все это не метафора, да, поэтому, учитывая количество смелых фото- и видеосессий, которые выпали на мою творческую жизнь, я не понимаю, как я до сих пор остался в живых. Ну, в общем, да, так что кровь-то там кипущая. Да, острым ятаганом могли просто снести мне... Скажи, как ты жалеешь свою супругу? Ну, вот, ну, чего достаточно? Слов или каким-то поступком? Я стараюсь как раз ее не расстраивать, но, наверное, это все всего лишь слова. Я пытаюсь ставить ее в курс дела, и я надеюсь, она верит в то, что все-таки работа и личная жизнь — это разные вещи. Потому что как бы я не был... достоверен на экране, а я стараюсь быть достоверным в таких видео, я очень надеюсь, что мы все понимаем, что это все остается только там. Мне очень важно заходить в собственный дом абсолютно чистым от подобных эмоций. Какие молодцы, прям прекрасно. Радуюсь, смотрю на тебя. Так, ну а про школу скажи, ты принимаешь участие в помощи делать уроки, например? Когда я бываю дома. Но так как я дома очень редко, вот, уроками занимаются бабушки, дедушки, и Аня, естественно, Мигель сам достаточно самостоятелен в этом, и он молодец, он очень умный парень. Поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, я очень надеюсь на то, что его желание все-таки делать самостоятельно многие вещи как раз перейдет и на уроки в том числе в большей степени, чем сейчас, потому что, конечно, с его желанием познавать этот мир, не сидя на месте, очень иногда непросто потратить много-много часов на уроки. Потому что чем хороша продленка, так скажем, да, она уже, собственно говоря, ушла как понятие продленка. Да. Сейчас существуют эти часы для того, чтобы выполнять домашние задания в школе.
вот если вот в эти часы ребенок не успевает все сделать и несет это домой, это очень плохо. Он должен дома быть абсолютно свободен. Очень хорошо, что в современной школе перешли на такую систему. Но, к сожалению, такое бывает. И я в эти моменты очень жалею собственного сына, поэтому... Но есть, ты видишь, есть мама, что он очень похож может... на тебя. Конечно, конечно. И в том числе в школьных делах. И в том числе в школьных делах. Главное, чтобы он не станцевал Майкла Джексона на партии. Ну, боже, какие годы еще. Все впереди. Друзья, мы продолжим. Оставайтесь с нами, пожалуйста. У нас в гостях Тимур Родригес. Здравствуйте всем. Мы буквально через несколько минут посмотрим абсолютно новый клип «За тобой» на эту замечательную песню. У нас в эфире будет премьера. В интернете появился клип буквально вот только этим утром. Да, совершенно далеко верно. Уходить не надо. От кого ты ждешь оценку? Вот есть такой человек, от которого ты ждешь оценку? Дело в том, что, как правило, если что-то получается действительно хорошо, оценка приходит даже от тех, от кого я и не думал ждать оценку. Потому что, например, в случае с тем же самым рэпом, первым самым ответом хейтерам, во-первых, я не ожидал такого ажиотажа, не ожидал такого резонанса, я не ожидал такого всплеска не только в своем Инстаграм и какого-то колоссального прироста подписчиков там в течение буквально нескольких дней, и количество комментариев, которые редко бывает даже у людей с количеством подписчиков втрое больше, чем у меня. Потому что когда под видео 2000+ комментариев, это все-таки о чем-то говорит. Это говорит о том, что у тебя не накручено еще Инстаграм. Да, но прикол в том, что очень часто ты вроде делаешь что-то, а люди это смотрят, но, например, не лайкают. Ты делаешь что-то и... Лайкают, но не пишут. Лайкают, но не пишут, да. А тут, во-первых, огромное количество просмотров, огромное количество лайков, огромное количество комментариев и перепостов. Потому что меня перепостило какое-то гигантское количество человек. И я увидел даже, значит, ссылку на портал один, который занимается распространением таких горячих новостей, будем так их называть. Я захожу туда, и первое, что я вижу, это комментарий Макса Фадеева. Восторженный комментарий Макса Фадеева. Ну, то есть я о нем не думал вообще, когда записывал этот рэп. Ну да. Я о нем не думал даже, когда его выложил. И я не думал, что Макс его когда-либо вообще увидит. Но это был абсолютно однозначный крик восторга, который я прочел. И это очень круто. Очень круто, потому что Макса можно любить, можно не любить. Кто-то его ценит за его фантастический музыкальный вкус. Кто-то может не любить его за, например, мега-мега попсовые треки, которые просто засели так глубоко в нашем подсознании, что мы просто знаем эти тексты наизусть. Но это разные категории людей, да, они есть у любого творческого человека, я имею в виду поклонники и хейтеры. Но сказать, что Макс Фадеев талантлив, это ничего не сказать. Он мега крутой человек в музыке, и поэтому он понимает, что такое не просто текст, а еще правильно поданный текст. И поэтому, конечно, его комментарий был одним из самых, наверное, приятных сюрпризов. Приятных сюрпризов. Правда. Тоже. Но наверняка уже сыпятся комментарии и совсем неприятные. Так же, как когда-то, когда ты ушел из Comedy Club, да, популярного, просто в искусство говорили, зачем тебе это надо, Тимур, заниматься? Сейчас вдруг рэп, и, конечно, ребята, куда? Куда? Я, кстати, прочел подобные комментарии, но к великому моему удивлению их было мало. То есть реально их было очень мало. Они затаились, рэперы. По сравнению с тем, что было после клипа Тамара, их было прям совсем немного. Я подозреваю, что они поняли просто, если их будет действительно слишком много, то они просто нарвутся еще на один куплет. Вот. Но я не стал... И еще большее количество перепостов. Конечно, я не стал томить ожиданиями, я записал второй куплет потом и записал еще несколько треков. И могу сказать честно, мой Инстаграм ежедневно заваливают вопросами, когда выйдут все те хип-хоп-треки, которые я записал в своем автомобиле. И у тебя самый крутой старый рэпер в России. Тебе хочу сказать, это гениально совершенно. Спасибо. Просто гениально. Мы сейчас сделали вторую серию, она скоро выйдет на Первом канале. Я причем не планировал ее делать. Но так случилось, что сейчас выйдет на Первом новая программа, которая называется... Господи, как называлась программа, которую вел Макс Галкин «Где были дети»? А он идет сейчас «Лучше всех». «Лучше всех». А эта программа будет называться «Старше всех». Ха!
Да, старше всех, в ней будут участвовать уже взрослые люди, которые, я так понимаю... Какие-то талантливые, уникальные люди? Очень талантливые взрослые люди, которые, я так понимаю, находятся где-то в пенсионном возрасте. Угу. Реально было очень много талантливых людей. А ты-то там каким образом принимаешь участие? Я пришел поддержать одну из талантливейших наших фантастических гримеров, Людмилу, которая работала на проекте, значит, с Екатериной Рождественской. Она гримировала меня очень много раз. И так произошло, что вот как раз меня пригласили как одну из ее часто используемых моделей. И мы сделали один вот такой интересный эксперимент, который совсем скоро выйдет в эфир на Первом канале. Очень интересно, будем ждать. Друзья, ну а сейчас мы с вами внимательно смотрим новый клип Тимура Родригеса. Спасибо вот тот большое. Самый момент. Премьера за тобой. Телерадиоканал «Страна ФМ» и Тимур Родригес. Смотрим, слушаем. Этот мотив простой, мои струны настроят на нужный лад, жгучей красотой. В глазах огонь, ты разожгла меня так сильно, и я боюсь, что уже нет пути назад. И будто я уплыл, будто я пропал, теперь я обречен бродить за тобой по пятам. И ты не спорь, ведь я упрям, когда ты говоришь нет, для меня это да. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. Тону в тебе заново. Спросишь, надо ли, не стоит жизнь потерь. Да, непременно стоит, даже если лодка сядет на мель. Октябрь или апрель, зная, не сдамся, даже если перед моим носом ты закроешь дверь. Да, застыло время на моих часах, оно стало бесконечным. Не говори мне, что я опоздал, взглядом ты мне подарила вечность. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. Тону в тебе заново. Я только поймал твой взгляд и в эту же секунду пропал. Попал, нашел все то, что искал, все, что хотел узнать, узнал. Звучит до боли банально, кто подумать мог, что этот ураган, любовь, сбивающая с ног. Нокаут, считай до десяти, один раунд, а меня уже можно унести. Ты и Дункан Маклауд, ничего не знаю о вечности, но я буду тонуть в тебе заново, не зная усталости. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, мне да, мне да. За тобой туда, за тобой сюда, ты моя малая, не отпущу тебя. Карие глаза говорят мне да, и я тону в тебе заново. За тобой туда, за тобой сюда. За тобой туда, за тобой сюда. И я тону в тебе заново. Ну вот, друзья, посмотрите, какая красота. Потрясающий клип «За тобой», Тимур Родригес. Тимур, я спасибо. Тебя поздравляю еще раз. Я поздравляю спасибо. Тебя искренне от всей души. Действительно, потрясающая работа. И песня, и клип, который хочется смотреть. Ну, вы теперь знаете, где его смотреть. Конечно, в эфире телерадиоканала «Страна ФМ». Ну и на официальном канале у Тимура. Где-то, если еще вам попадется на других каналах, то у нас все равно у первых появился. В общем, да, как-то так. Тимур, у тебя скоро день рождения. Ну, ой, я забыл совсем. Да, между прочим, 14 октября, меньше месяца. Последнее, о чем я думал. Осталось. Ну, пусть дата не круглая, конечно, но, тем не менее, день рождения. У тебя, скажи, какие-то есть традиции по празднованию? Честно говоря, я никогда ничего не планирую. Это, наверное, самая главная традиция.
Плюс ко всему, я очень хотел улететь на концерт Джона Ледженда в Лиссабон. Именно в свой день рождения, да? Да, но, видимо, я не полечу, потому что... Потому что он прилетит к тебе. Да, как говорит сейчас мой график, у меня будет очень много занятостей в октябре, и поэтому, видимо, придется задержаться в Москве. Ну, а что касается подарков, какой бы тебе хотелось получить? Вот главный подарок я его сегодня сам получил. Сам себе сделал, правда, снял, спел. Но в данной ситуации это большой подарок от моего близкого друга, режиссера Сережи Ткаченко, потому что я мог представлять это себе как угодно, и он мог мне рассказывать об этом как угодно. Я смотрю на это, мне за это не стыдно. Я очень доволен результатом, и мне кажется, это правда очень искренне, здорово, без какой-то попытки, знаете, пытаться всем понравиться, правда. Потому что мы хотели сделать это честно, и мне кажется, мы никого не обманули. Так и есть, да. Скажи, пожалуйста, когда ты ведешь мероприятия, крупные концерты какие-то, когда ты озвучиваешь мультфильмы, когда ты снимаешься в кино, когда ты участвуешь в проектах, неважно, ты вживаешься в роль кого-то, или ты ныряешь, или ты бежишь, или ты прыгаешь, и когда ты на сцене, где ты все-таки вот по полное счастье ощущаешь? Полное счастье — это тогда, когда я... Прихожу домой после всего этого. Нет, это понятно, это вообще за пределами, так скажем, обсуждения. Но... Я чувствую себя максимально хорошо тогда, когда я вижу, что зритель счастлив вместе со мной. Когда я вижу, что все, что я делаю, доставляет людям удовольствие искренне. Когда я вижу, что они идут домой с правильными эмоциями, что они будут засыпать с улыбкой на лице, потому что у них то самое настроение, которое осталось после того, что они увидели. И если это после того, как я провел концерт, на который они пришли, или если это после того, как я отыграл концерт, на котором они оказались, или если это просто от того, что они увидели в интернете, например, мой новый клип, или просто послушали по радио мою новую песню, это лучшее, что может быть, потому что я везде остаюсь собой. Понятно, что моя страсть к музыке настолько велика, что, наверное, я максимально могу раскрыться именно тогда, когда в моих руках микрофон, и когда я транслирую свои мысли, положенные на музыку. Вот, но... Я не всегда, так сказать, я не 24 часа в сутки пою. Вот, слава богу, есть еще какие-то вещи, где я, оказывается, людям интересен, и поэтому я стараюсь о них тоже не забывать. Ты как-то в интервью или в телепрограмме, по-моему, Юлия Меньшова рассказала, что была история, когда к тебе пришел знакомый твоего папы, который работал в кукольном театре, и сказал: ты знаешь, я ходил в тот театр, потому что там работал твой папа. Да-да-да. И ты искренне признался, что ты бы очень хотел, чтобы твоим сыновьям, твоим детям также сказали, что вот твой папа в чем-то очень хорош. Скажи, это уже случилось? Уже тебе ребята твои что-нибудь рассказывают, что кто-то из друзей там или родителей... Ну, они не рассказывают, но у них постоянно что-то там спрашивают. И я знаю, что к Мигелю подходят какие-то там девочки в школе и знакомятся с ним, потому что он мой сын. Но я так подозреваю, что среди этих девочек есть еще и те, для которых это всего лишь предлог. Которых мамы поцелают. Возможно, да. Для этих девочек, возможно, я предлог для того, чтобы познакомиться с Мигелем, потому что он сам по себе, тьфу-тьфу-тьфу, очень крутой чувак. Он уже определился по жизни, кем он хочет стать, петь, как вообще папа он, вести? Вообще он очень часто говорит о разных вещах, потому что он очень увлекающийся парень, но очень долгое время он говорил о том, что он очень хочет стать изобретателем. Прекрасно. Но стоило мне отвести его с Даниэлем на озвучание мультфильма «Лего», «Ниндзяго», фильм вот этот вот, который последний вышел. Я их просто никогда не брал на озвучание мультфильмов, хотя они смотрят очень много мультиков, которые я озвучил. Они оказались в студии озвучания вместе с Аней, и они сидели в течение нескольких часов, смотрели за тем, как я озвучиваю главного персонажа. И Мигель сказал, что я хочу озвучивать мультфильмы. В общем, чем чаще я буду брать ребенка на работу, тем чаще у него будет возникать желание заниматься тем же, чем занимаюсь я. Вопрос в том, что это очень непростой путь. Это очень непростой путь, конечно, и становление. А, кстати, как тебе кажется, гораздо сложнее стать и добиться всем, что ты чего-то стоишь, когда у тебя известные родители, когда ты носишь известную фамилию или когда ты приезжаешь из ниоткуда? Мне кажется, одинаково сложно и в той, и в другой ситуации, потому что, с одной стороны, тебе нужно доказать, что ты не человек с улицы, а здесь тебе нужно доказать, что ты совершенно другой, и что ты самостоятельная единица. Вопрос просто в каждом из этих путей есть свои
такие чудовищные нюансы, что они могут свести тебя с ума. Но мы все прекрасно знаем примеры великих людей, которые состоялись в нескольких поколениях. И поэтому я очень надеюсь, что даже если мой сын станет, не знаю, архитектором, угу, он будет выдающимся архитектором. А если он, второй сын, захочет стать, я не знаю, оператором, я очень надеюсь, что он станет талантливым оператором. Поэтому я просто хочу, чтобы они были счастливы. Я всегда об этом говорю. Это самая главная вещь, которая должна с ними произойти, чтобы они сохранили это ощущение, которое многие из нас теряют, оставляя его где-то в глубоком детстве, но я его не растерял, и, возможно, именно это ощущение помогает мне идти вперед по-прежнему. Ты уже завоевываешь аудиторию, рэп-аудиторию, скажем так, да, все больше и больше с каждым днем, и понятно, что впереди даже нет никаких препятствий и так далее. Я очень стараюсь. Да, но что касается рэп-баттлов, я где-то видела тоже твое мнение на этот счет, что, в общем-то, если и смотришь, то подчеркиваешь действительно, когда люди талантливые, но сам по себе факт оскорбления друг друга тебе совершенно не близок. Он мне не очень близок, да, потому что одно дело, когда ты подкалываешь противника, опираясь, так скажем, на его промахи. Другое дело, когда ты затрагиваешь его семью и близких. Я считаю, что это удар ниже пояса. Но в рэп-баттлах это разрешенный прием. Вопрос в том, разрешаю ли я себе с моральной точки зрения подобные вещи. Я нет. То есть для меня это непозволительная история. Или, знаешь, родители, которые запрещают детям смотреть рэп-баттлы, а если дети любят рэп, они вот говорят, вот слушай, Тимура Радыгинца. Он в своем творчестве честен, но при этом без нецензурной лексики. При этом я смотрю рэп-баттлы. Для того, чтобы понимать, как не надо делать. Нет, почему? Я как раз смотрю их для того, чтобы подчеркнуть что-то новое для себя. И плюс ко всему, я очень уважаю всех тех, кто принимает там участие, особенно людей, которым удается избегать как раз вот этих сложных моментов и выигрывать благодаря своему удивительному мастерству слова. Потому что я же еще раз говорю, да, это жанр, это закон жанра. Уметь талантливо оскорбить друг друга, уничтожить противника. Поэтому это называется, собственно говоря, баттл, а не дуэт, да, в смысле, а не разговор, вернее, да. Это словесная дуэль. Люди должны друг друга уничтожить. Поэтому в данной ситуации, так скажем, это мой внутренний цензор не позволяет мне зайти чуть дальше. В рамках этого жанра это обязательная история, поэтому я смотрю и получаю удовольствие от того, как они филигранно это выполняют. Я знаю, что сейчас не очень хорошо себя чувствуешь, да, вот так физически, но могу ли попросить тебя что-то зачитать совсем небольшое? Зачитать сейчас точно ничего не получится, потому что для того, чтобы это получилось так, как вы слышали у меня в машине, для этого нужны силы, как вы понимаете. Поэтому, чтобы сейчас не разочаровать и не сделать так, чтобы люди сказали, что в машине я читал под фонограмму, давайте я вылечу голос и приду уже с концертом, да, программу «Концертный зал». Конечно. Тимур, мы тебя благодарим. Спасибо большое. Друзья, Тимур Родригес. Спасибо большое. С премьерой тебя клипа. Спасибо за потрясающую работу, которая будет украшать наш эфир, ну и, конечно, наших приемниках, наушниках и телевизорах. Удачи тебе. Спасибо всегда большое. Рады и ждем. Спасибо. Спасибо.